Всем привет! Сегодня пришли у нас вот такие фонари. Это фонари на магнитах, без проводки. То есть работают они на антенке, Bluetooth-сигнал. Давно планировал такие заказать. Вот такой комплект у них. Два фонаря, штекер, который мы в автомобиль вставляем с антенкой. Также здесь зарядка автомобильная. Сейчас откроем. Вот так все аккуратно упаковано. Такие фонарики. Здесь вот кнопка включения. Подсветка номера на каждом фонаре. Здесь у нас для подзарядки герметичный разъем. Ну, не знаю, насколько он герметичный, но это резиновая такая заглушечка стоит, чтобы не попадала грязь, влага. И также прорезиненная кнопка. Вот мы ее так, вот у нас нажал, у нас идет сигнал. Этот сигнал показывает то, что у нас фонарь включен. Также, по-моему, он показывает уровень заряда. Так, идет кабель для подзарядки. Сразу два фонаря заряжают, вот два штекера. В один и второй фонарь включаем. И также можно в какое-нибудь зарядное устройство, либо в комплекте идет уже вот такой в прикуриватель адаптер. Фонари на магнитах, здесь такая бархатистый материал, чтобы не царапать. Вот мы видим, что один фонарь, что второй включенный, моргают. Сейчас я покажу, как это все устанавливается. Ну, здесь я подогнал прицеп. Здесь мы выбираем, в какую сторону повернуть подсветку номера. Как у нас, если номер у нас будет установлен здесь, то мы тогда разворачиваем фонари вот в таком положении, чтобы была подсветка номера. Скажу так, магниты здесь не самые сильные. Мы катались, ну вот, по такой дороге они держат, но я думаю, что если по какому-то бездорожью скакать, они могут съехать. Вот, ну сейчас вот я покажу, допустим, при таких вот ударах, ну, фонарь держится, но все равно я бы для подстраховки какую-нибудь петельку сделал, за что-то закрепил. Ну, для чего используют? Нам, допустим, часто приходится перегонять вот такие бэушные прицепы, у которых не работает светотехника, уже давно все оборвано, чтобы нам не заморачиваться, не проводить, а надо срочно куда-то отвезти, довезти, перегнать. Для этих целей у нас и подобного плана фонари. То есть мы их зацепили. Дальше устанавливаем антенну. Все. Никаких проводов. И вот так вот. Все, Рус, включи там. Вот у нас поворотник работает один. Второй поворотник. Вот у нас габарит и подсветка номера сразу светится. И стоп включи. Вот стоп ярче горит. Сейчас просто на... Несколько раз на стоп нажми. Вот, то есть, когда, вот видите, включенный габарит, он у нас тускло горит. Нажимаем тормоз. Сейчас на свету не очень хорошо отображается, но это все очень ярко видно и читаемо.
Вот и куда угодно мы их. Хоть на прицеп, хоть на автомобиль. Вот таким вот образом у нас все работает. Возможно, даже при перевозе какого-то длинномерного материала или там брус, какое-то бревно, теоретически думаю, что можно вынести эти фонари с номером подальше, чтобы уже не было вопросов по габаритам. Но это так, мои теоретические догадки. А так вообще вещь очень удобная, компактная, работает. Давай попробуем возьмем подальше работу. Да, сейчас вот посмотрим, на какую удаленность от автомобиля. Ну, по-моему, в описании пишется, что в районе 30 метров. Ну, такого диапазона, наверное, не надо. Ну, вот мы уже отошли. Ну, таких машин длинных я не встречал, конечно. Вот, где у нас автомобиль. И до сюда спокойно он у нас здесь. Наверное, метров 30 и есть, да? Метров 30 есть. Метров 30. Ну, я думаю, можно дальше. Ну, смысла дальше смотреть. Ну, давайте посмотрим. Ну, да, уже смысла нет. А, вот здесь, кстати, более-менее тенек. И уже видно, что они очень ярко светят. Подсветка везде, все работает. Ну, нам очень понравилось. Для наших целей, конечно, это такой незаменимый помощник, потому что часто вот эти все трейдиновские прицепы либо какой-то в ремонт вести, постоянно проблемы у всех со светом. Также я думаю, что можно не заморачиваться, у кого проводка оборвалась, проводить новые провода, кидать, потом опять с ними бороться. Ну, нацепили такие фонари, и особенно для водной техники прицепы не надо вот эти провода распутывать. Снял их, выключил, чтобы батарейка не садилась. Все. Так. Всем спасибо за просмотр.